Town. Вот написано Old Town. Это Кисими, Флорида. Это малюпусенькое такое крошечное местечко в городе Кисими. Так, люблю мой телефон называется. Так, тут какие-то игровые автоматы. Я туда не пойду. Так, что тут у нас такое? Only dollar to make him holler. Ай, какой ужас. О май гад. Ой, ой. Какой ужас. У меня дурно стало. Какой ужас. Вау. Электрический стул. Ой, ну его нафиг. Ой, it's scared. Какой ужас. Он говорит, вы не можете меня, ты не можешь меня убить. I'll get you rest. Какой кошмар. Вау. Какой кошмар. О, Господи, спаси, сохрани. Ужас. Какой ужас. О, надо же такое придумать. Ой, какой ужас. Так, а вот это вот она сейчас предскажет, предсказывает судьбу. Тоже денежку бросаешь. Но это, наверное, есть везде и всюду. Так. Уже быстренько здесь пробегусь. Это как бы все такое уже немножко престарелое, устаревшее. Ладно. Ничего тут особо интересного нет. Идем дальше. Горячий сид. Ага. Сади сюда. И что это будет? Заплати деньги. И что-то будет. Не хочу. Вот электрическая квестка. Итак, вот это вход. Сейчас я еще. Ладно. Так. Вот еще один красавчик. Привет, красавчик. Вот эти вот все сталактиты, сталагмиты. Вот они на срезах. Вот они прям целиком. Это все натуральные камни. Ах, какая красота. Так, ну и поделки, конечно. Так, вот они камни, вот они камни. Ой, как я их люблю. К ним даже рукой прикасаешься. Аж так мороз по коже идет. Какая красотища. Это вообще сказка. Вот этот вот камень стоит $180. Вот эти вот каменючки. Вот это сколько-то там, по 15, по 20, вот эти маленькие. Ой, какая. Какие шикарные, прямо шикарные, с дырочкой. Боже, чудо. Не знаю, почему я их так люблю. Такая сказка. Такая просто сказка. Да. Конечно, я очень падкая на такие вот, на камни, на стекло. Не могу пройти мимо. Но тоже поделки из камня. Вот они какие. Красивые. Вот такую штучку я себе купила за $15, у меня дома стоит. Не могла не купить. Ну, какое чудо. А вот это подсвечники, как я сказала. Они почему-то их называют соленые. Salt lamps. Это гималайские соленые лампы. Вот это соль, вот такая закристаллизованная. Вот куча камней. Вау, it's beautiful. 32 cents per ounce. Yeah, I could buy a lot of these. Is it gold? No?
What are these? Pyrite. They're kind of like. Боже, какая красота! Мальчик сидит и говорит, а вот какие красивые штучки. Вот это тоже вот, это стекло, вот это не стекло, это вот эти срезы, сталактиты, сталагмиты и все это прочее. Как все красиво сделано. Деревья счастья. Вообще супер. Вот в этом магазине тоже могу провести полдня. Я должна все это потрогать, пощупать, приложить к лицу вот эти камешки. Почему, откуда, почему такое прям восхищение идет? Чудушка. Вот он, вот этот камень, вот он срезанный. Вот он, когда не вот распилили его, вот такой вот он внутри. Просто красотища. Цвет просто потрясающий. Вот это стоит $9.75. $10. Цвет вообще бесподобный. Вот тоже что-то. Вот он какой красивый. Весь переливается. А вот прям золото. Ой, какая красота. Ладно. Ладно. Вот такой вот красивый магазинчик. Как я люблю такие магазины. Сейчас бегом пробегусь, чтобы снять что-нибудь еще. Музыка ветра играет. Так приятно. Очень красивый магазин. Энергетика, конечно, здесь бешеная. А вот это как лампа, как она смотрится ночью. Ну, не ночью, сейчас не ночь, но тем не менее, вот они включены. Вот столик можно сделать из такого. Там внутри полое, пустое все. Вот это тот же самый камень. Вот этот. Как красиво смотрится. Как будто стекло сверху положили. Пожалуйста, столик какой красивый. Вау. Ладно, пошли дальше. Идем дальше. До свидания этому красивому магазину. Ой, какой красивый этот. Так, конфеты. Old Town конфеты. Вот они тут делают сами. Яблоки вот в таких. Яблоки в шоколаде. Яблоки в шоколаде и в орешках. Сами делают конфетки. Ладно. Как мне вот эти цвета нравятся? Это вот те цвета, о которых я говорила. Я бы раскрасила вообще весь мир в такие цвета в яркие. Если бы была моя воля, если бы мне разрешили. Надо было бы начать со своего дома, но не могу, Дуглас не разрешает. Надо его куда-то в командировку отправить, чтобы он уже приехал и не узнал свой дом. Я бы его покрасила и сверху, и снаружи, и изнутри. Едальня. А, это китайского типа буфета. Фу, я что-то не это. Что-то мне это даже... Потому что я наелась. И вот китайские сувениры. Маленький-маленький такой магазинчик. Ой, какой хороший будет. How much or is it for soul? Yeah. For, how much? That one's alive like 298. He's so handsome. I would like have him at my home. Where's your home? Orlando. Oh, that's not far. Yeah, it's not far. Beautiful. Okay, have a good day. Thank you very much. Bye. И вот машет ручкой. Тюк-тюк-тюк-тюк. Еще старая машинка. Класснючая. Это какой-то... это магазин музыкальных инструментов. Телевизор и все это прочее. Зайдем, посмотрим. А, нет, это не надо.
Это нет. И тут везде стоят вот такие... О, это Пресли. Какой красивый. Да, руки какие все, блин. Hi, how are you? Good, how are you? I'm good, thank you. Тинки. Похоже на нашу победку. Вот у моей подружки мальчик вот такой вот, тоже на колясочке. Но он, ему сейчас уже, он старше моего Вани, ему сейчас 27 лет. Но он сидит, ну ладно, не буду, это очень больно, ладно. Я давно говорила ему, Андрей, говорю, тебе надо обязательно попасть каким-то образом в Америку, потому что в Америке ты будешь полноценным членом общества. Тут никаких проблем, на колясках, тут везде съезды, тут, ну, я уже рассказывала об этом. А вот это билеты, вот это Blumen, hello! Окей, just $5. Она сказала. А, это попкорн во всяких этих. Обмакивают в карамельку, шоколадку и продают. Караоке, живая музыка, барчик. Симпатичный такой. Ага. Так уютно, темно, классно. И вот дверки такие пошарпанные. Это все, конечно, ух ты, класс. Женщины пытаются, заплатили денежку и пытаются достать себе сумку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай. Опа! Good job! Упала! I'm sorry! Вот этот вот, как я говорила, барчик, откуда выходит мертвый человечек с синими глазами, с окровавленным ртом. Такой жуткий, такой страшный. Надо туда пройти. О, это... О, май гад! It's a coffin! Это гроб! Вау! Bye-bye! Close your eyes! Какой ужас! Have a good day! Я поучаствовала с ним. Караул. Вот так фотографию сделать гробу. Она стоит, а потом ее положить, эту фотографию, как будто она там лежит. Ну, девочки делают косички, а рисуют эти. Рисуют всякие. Ай. Ой, ух ты! Вот с ней я сфотографируюсь сейчас. Как здорово. Какая красавица. Вау. I'm sorry. Старый. Ага, тут вот сделано. Как на старом магазине, как на старой машине сделана касса. Класс. Здорово. Красота. Ну что, надо заканчивать?